Шеф, с вами Олег Шеф, и сегодня я буду делать новогоднее обращение к вам, расскажу, какие самые хорошие, самые просматриваемые и самые крутые видео были на моем канале, и вообще итоги подведу итоги этого года. Самым просматриваемым видео за этот год стало мемы Чикенгана, вторая часть. Она набрала 70 тысяч просмотров, 1400 лайков и 72 комментария. Я очень благодарен вам за такой актив. Просматриваемым видео Шорос за этот год стало «Токсики в Бравл Старс». Оно набрало 24 тысячи просмотров, 1000 лайков и 47 комментариев. За этот год на меня подписалось свыше 1100 подписчиков, и число просмотров превысило 190 тысяч. За этот год я провел 5 стримов, 2 из которых я удалил. За этот год я снимал много разных видео по Чикенгану, по стендофу, по Бравл Старсу, по реальной жизни и так далее. Но самым популярным, конечно, был Чикенган и одно видео по Бравл Старсу. А теперь поговорим про хейтеров. В этом году достаточно было мало хейтеров, по крайней мере, которые писали в комментариях. Всего я заметил таких людей где-то 20-30 человек за весь этот год. Кстати, мое описание не изменилось ни разу за 2 года. А теперь давайте подведем итоги этого года. Мне очень понравилось развитие моего канала, нашего канала. И вообще это очень хороший актив. И я очень рад каждому подписчику, который на меня подписывается. Сейчас у меня 6 часов до Нового года, но скоро уже будет 5, 4, 3, 2, 1 и Новый год. Я желаю вам всем крепкого здоровья в Новом году, хороших друзей, хороших подарков и вообще, чтобы было мирное небо над головой и все хорошо. Всем огромное спасибо за просмотр, за поддержку моего канала в этом году. Всем пока. А, блин, я забыл вы!